Девчоночки мои дорогие, всем привет-привет! На канале Вяжем с дочкой. Сегодня я снимаю первый свой отчет по совместному проекту, который организовала Лариса Подлегаева, и называется он «Свяжем скатерть». В этом проекте мы вяжем скатерти, кто какую хочет, любую тематику, любого цвета, любого размера. Можно заканчивать уже начатую работу, можно начать новый процесс в этом совместном проекте, что я и сделала. Значит, в камере у меня, в кадре, то есть у меня вот такой вот новогодний мешочек, он же по совместительству является проектной сумкой. Значит, конфеты, соответственно, уже давно-давно съедены, но мешочек очень плотный, хороший, и он как никто другой подходит под мою скатерть, потому что скатерть у меня тематическая, и сейчас я вам ее покажу, вернее то, что начало этой скатерти. Значит, вяжу я ее из пряжи Снежинка, комбинат имени Кирова, и будет это у меня круглая скатерть филейной техникой. Сейчас вот я смотрю с вами в кадр, и пока я, ну, может быть, вы понимаете, я в кадре, ну да, я тоже вижу, что у меня начали расходиться вот эти вот клинышки. То есть у меня будет 6 клиньев, вот эти вот у меня полосочки, это разделяют клинья или наоборот соединяют их. И в каждом вот в этом клинышке у меня будет вывязан рисунок снеговик и елочка по очереди. Значит, вот это вот снеговик у меня будет, вот эта елочка. Схему показываю, потому что она находится в свободном доступе, и я нашла вот такую вот еще совершенно читаемую форму, распечатала ее на одном листочке в каком-то журнале в каком-то 18 или 19 году. Эта схема была опубликована, и я прямо этот журнал нашла, распечатала. До этого у меня была нечитаемая форма какая-то, обрезанная, вырезанная, вот, видимо, из этого журнальчика, и я помучилась. И помучилась еще я почему? Потому что я не послушала своих вязальных подружек, у которых по скатертям, видимо, больше опыт, чем у меня, и начала вязать. Сначала я начала вязать в две ниточки вот таких вот, это хлопок с люрексом, распустила, добавила ниточку, взяла одну ниточку хлопка с люрексом, одну ниточку просто хлопка 1800 метров на 100 грамм, он получился помягче этот образец, распускать его уже я не стала. В принципе, можно было и вот этот продолжать вязать, но все равно, видите, даже сейчас в сравнении, вот этот вот, вот эта салфеточка, эта скатерть более такая изящная, тоненькая получилась. А второй образец, то есть первый я распустила, самый толстый, второй образец поплотнее, вот он даже, видите, какой толстенький, блинчик толстенький. Это тоненький, но мне кажется, его даже крахмалить не нужно будет, потому что за счет люрекса он уже держит форму и такой жестковатый получается. В общем, сейчас я нахожусь на 11 ряду, 11 ряд я провязала. Всего у меня получается 66 рядов. Я сегодня уже на работе считала, если я буду вязать хотя бы один ряд в день, то я эту скатерть должна закончить уже до конца проекта, то есть вяжем мы до середины сентября. У нас в нашей компании где-то 10 человек, вот еще хотела перед съемкой посмотреть, сколько конкретно, чтобы не врать вам здесь, но около 10 человек, я так помню, находимся мы все собраны в чате Viber. И там общаемся, выкладываем туда видео. Все ссылки на странички, на каналы других участниц этого совместного проекта будут в инфобоксе. Как на YouTube будут выходить эти отчеты, так и на каналах на Яндекс.Дзен.
Вы можете или там смотреть. Девчонок поддерживайте, комментируйте, ставьте лайки нам, чтобы наши каналы продвигались. Вот такие девочки у меня, наконец-то у меня продвижение, потому что начала вязать я совсем недавно. Начала вязать, честно признаюсь, только 13 июля, перед самым-самым уже окончанием срока для первого отчета, потому что у Леночка был день рождения 12 июля, мы были заняты, конечно, не этой скатертью. И когда уже освободились от всех этих наших бытовых домашних обязанностей и дел, то пришло время как раз отчитываться по этой скатерти, и я схватилась и начала вязать. То есть на тот момент у меня был только вот этот кругляшок, блинчик связан, который нить оборвала и начала заново. И вот здесь вот я еще в серединке попуталась, потому что, еще раз повторюсь, что у меня была нечитаемая схема, была размытая там, ну, в общем, я блудила-блудила, и наконец-то вот я вышла на вот эти дорожки, и сейчас более-менее вот их видно. Ну, все, девчонки, всем желаю успехов, хороших продвижений и замечательных результатов. Всем здоровья, всем удачи, мирного неба всем над головой. Всем пока-пока. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Спасибо, что поставили нам лайк. Всем пока-пока.